Всем привет, ребят, вы на канале Фил Бокс Бро. С вами, как обычно, я Фил, и я думаю, вы все знаете, что сегодня уже будет. Ну, соответственно, по названию этого ролика. Сегодня мы с вами проберемся в секретную, самую секретную, разумеется, арену 51, зона 51 в Роблоксе. Я думаю, вы все прекрасно знаете этот режим, там, где тут есть всякие монстрики, всякие скромники, все остальное. В общем, всякие крипипасты и все страшное. Вот, например, вот такой вот мужичок. Ну, а вы ставьте лайки, ребят. Подписывайтесь на мой канал. Ну, а мы погнали. Выбираем классик мод. В принципе, ничего такого нам не нужно. Так, нормал я. Решил нормал. Можно, конечно, и на экстриме, но там будет очень сложно. Итак. Заиграла любимая музычка. Так, вот это мы не будем брать. Так, у нас тут всякие звуки зоны 51. Всякие такие страшные. Спускаемся вниз. И тут у нас уже все по-другому. Тут у нас уже... Мы ничего такого уже не слышим, потому что это все было. На улице вот эти все звуки, это уже все по-другому. Тут у нас уже все монстры. Кто-то там стреляет. Крипово. Криповая атмосферка. Так, буду от первого лица бегать. Я знаю, что тут делать в этой игре. Просто выживать и убивать всяких убийц. Всего я их убил уже штук 126. Вот тут в правом верхнем углу все написано. Так, берем винтовочку. И вот тут у нас появится Джефф убийц. Но его не слышно, не видно. На. А вот и Джефф. На. Прикольный режим, мне нравится. И давайте-ка, кстати, это, попробуем еще открыть комнату Гренни. Нам нужно найти, короче, ключ. Кое-какой интересный такой. Телепортируемся. И сейчас нам нужно... Что это? Звуки из Майнкрафта? Серьезно? Вот ключ. Все, ключик нашли. Теперь ждем обратно телепортации. Кстати, патроны тут не бесконечные. Звуки из Майнкрафта прикольные. Так, нас телепортируют вот сюда. Вот. О, тут код. Нас телепортируют вот сюда. Тут можно проапгрейдить нашу пушечку. Так, идет апгрейд. Ждем, ждем, ждем. Нам я выдали и побежали. Мы ждем, пока кто-то тут заспавнится или... Хотя можно и так сразу пойти. Никого не... Опа! На глазах заспавился. Крик. Что это у нас тут? Опа! Это у нас еще одна пушечка. Что тут у нас? Тут у нас никого нету. Отлично. Тут у нас живет Соник. До свидания. Итак, у нас тут... Опа, давай. Опа, аккуратно, аккуратно. Полезли, отлично. Сейчас мы куда-то там придем. Я уже даже не помню, куда на самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Опасно, 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 опасно. Сейчас умрем. Нет. Я уже почти вышел, нас убили. Блин, окей. Второй раз спрыгиваем туда. И сейчас мы... Там убийца. Окей. Опа, там Слендер. Там Слендер. И? Где Слендер? Теперь... Он тут? Нет. Его убили. Мы слышим бабку. Я слышал бабку, во всяком случае. До свидания! Нет! Я себя сам закрыл. Так. Идем сюда, вот залазим. У нас отнимается ХП. Нет! Убей его, убей, 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 тело. Спасибо. Сейчас быстренько, 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 давай. Бежим, берем.
Убегаем, убегаем, у меня ХП снимается. Бежим. Бежим, срочно, срочно бежим. Да, мы справились, отлично. У нас есть достаточно редкое оружие. Очень редкое, которое достаточно сложно поймать. Ну, найти. Сейчас я попробую найти Гранюсю-бабусю. Где же наша любимая Гранюся-бабуся? Вот она тут. Так, это не он, это не она. Так, открываем. Пушечка. И вон там вот Гранюся-бабуся. Вот она. I see you, да-да. Я знаю. Чё ты смеешься? Всё. Тебя убил уже. Так, окей. Пока она не возродилась, идем вот сюда вот. Опа, нужно деактивировать это. Нам нужно вот так вот пропрыгать. Всё. Так, отлично. Бежим теперь за пушечкой. Это нужно просто вот в коллекцию. Где она? Не заспавнилась еще, да? А, нет, заспавнилась. Уже 135 убили. Монстрюк. Это хороший результат. Так, иди сюда. Опа, там Соник смеется. Прикольно то, что в этой игре много вот всяких вот таких вот отсылочек, не знаю, как это можно еще назвать. Всяких вот таких вот прикольных звуков. Раньше я даже не знал то, что в этой игре такие звуки. Впервые вообще играю в эту игру со звуками так-то. Ну вот. Нет, конечно, но... Ну, почти. Открываем. Зомбака убиваем. Открываем дверь. Опа, слендер. Так, окей. Там зомбак. Убили. Так. Так. А, что ты ко мне идешь? Да, до свидания. Так, у нас это... Стоп, а где мой ключик? Точно, нас же убили. Так, убили злого Тейлза. Окей, я думаю, нам тут нечего делать, уходим. Слендер, бай-бай. Блин, нам нужно сейчас опять за ключом идти. Я совсем забыл, я хочу вам показать эту... Ее комнату. Комнатку показать Гранюсе. А где это? Так. У меня много пушечек. Ну как много? 3 пушечки. Блин, где это находится? А, точно, вон там вот мы это пробежали. Так. Вы, кстати, ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И, кстати, давайте это, на мою телегу подписывайтесь, а то вообще никто не подписывается. Никто не хочет. Так что это давайте. То обидно реально как-то. Я для вас стараюсь, каждый день туда что-то выкладываю. А вы вот не подписывайтесь. Вот, ну не подписывайтесь, не подписывайтесь на Телеграм. Обязательно, ребят, нужно подписываться на мой Телеграм. Ссылочка под каждым видео моим новым. В комментариях. И даже иногда в описании, представляете? Для вас стараюсь. И вы тогда тоже постарайтесь. Пишитесь на мой телеграм. Забираем ключик. И, ребят, не забывайте ставить лайки и обязательно писать комментарии. И на мой телеграм-канал тоже, и на мой ютуб-канал, где вы сейчас это, разумеется... Ой, убили. Где мы это, разумеется... Где вы это, разумеется, сейчас смотрите. Вот. Так, ключ у нас есть. Сразу сейчас бежим к Гранюсе. Мы улучшили и без того крутую пушку. Так что бежим. Ребят, напоминаю вам подписываться на мой телеграм, потому что реально никто не подписывается. А это, ребят, очень-очень важно. Там все новости по каналу. Все, абсолютно. Правда. Опа! Гранюся. Как она тут оказалась? Окей, не будем задавать лишних вопросов и идем. Вот, стреляем в зомбаков, тут ходим. А чё ты не умираешь? Отлично, отлично. Опа, до свидания.
До свидания. Тут, кстати, в зоне 51 есть очень много всяких режимов. То есть можно играть как и за убийцу, за самого... Опа, слендер. Воу. Он мне чуть все хпшки не снес. Я чуть опять ли... Нет, вот у нас тут комната Гренни. Тут мы закроем, чтобы нам никто не мешал. Так, вот, соответственно, эта комната. У нас ключ есть? Все. Вот такая вот, ребята, у нас комната пыток Гренни. Вот тут всякие лазеры. Вот тут еще всякое. Короче, ребята, страшно. Страшно, вырубай. Вообще жесть. Что это у нас тут? О, это же подвал. Я испугался. Давайте этого чела откроем. Привет. Пока. А, нет, давайте его оставим открытым. Так, вот тут у нас еще одна пушечка. Такая незаметная с первого раза. Прикольная. Так, достали мы пушечку эту. Опа. Ой. Его уже застрелили быстрее, чем я среагировал. Так, окей. Что у нас тут еще есть? Опа. А вот это как раз-таки и сейф с тем самым кодом. Ребят, вы его запомнили? Я лично нет. Так что мы идем сейчас туда. Блин, спускаться туда еще куда-то идти. Я даже забыл, где это находится. Так, окей. Окей. Опа, я тут, кстати, впервые в этом месте. Именно в этом. Статус онлайн. Что это? А. Что это? А, что это? Так вот что хранит, вот это вот. Кстати, ребят, раньше тут было пусто. Тут раньше была вот такая вот тоже дверь. И тут было пусто, а теперь тут добавили эту еще штуку. Прикольно, прикольно. Так, это у нас что такое? Тут... Опа. У нас нет ничего такого потайного, нет? Окей. Опа, до свидания. О! Потайной ход нашел. Так. Идем вот сюда. Воу, я тут впервые, что это? Статус умерший. Что это за место? Я тут впервые. Где это я? Вот, у Тейлза злого. У злого Тейлза. Вот где это место. Ну, я, наверное, отсюда пойду. Ребят. Как-то там... Это место очень сложно, очень трудно проходимо, так я бы так сказал. Очень сложно его пройти. Куда? Что? Он может подниматься, оказывается? На. Так закроем, чтобы никто лишний сюда не входил. Да ё-моё, чтобы никто лишний сюда не проходил. Комнату Гренюси. А что у нас тут? О! Привет, Джефф. До свидания, Джефф. Так, винтовку, я думаю, забирать не надо. Опа. Старые звуки. Взрывания. Из Роблокса. Канализационная нечисть. Повылазила. Так. Ой, ё-моё. Тут у нас закрыто, тут у нас закрыто. Значит, открываем. Угу, где он там? Он там нет? Где он? Вот он. Смеется так. Реально, крипипаста. Оу, что ты тут делаешь? Робот-обобот. Йоу. А чё вы так повылазили сразу? Чего вы так сразу повылазили? Кстати, ребят, если хотите увидеть в следующей серии, как мы еще один режим будем играть в штурм зоны 51, тоже такой режим есть, крутой.
очень крутой, мне очень понравился и очень сложный. На. Очень сложный режим. Если хотите увидеть, как я в него буду играть, обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, хочу типа вторую часть, хочу продолжение. Что-то типа такого. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это уже опасные противники, с ними просто так не справиться. Вот это вот проблема. Тут один мужичок есть тоже небезопасный. Где он? Он где-то тут ходит. Блин, я сейчас еще так заблужусь. Он вот тут спавнится. Тут не? Тут же, да? Вот! Да, тут. Опа! Потайной ход. Это что? Это что такое? Окей. Опа, давай залезли. Так, окей, давайте идем сейчас туда, обратно. Я вообще хотел посмотреть код, чтобы открыть тот сейф. Там вроде как, если мне память... Если я не забыл. Что ты тут делаешь, нечисть? Жесть. Короче, если я не забыл, то там вроде как пистолетик. Такой еще удивился. Ты же слышишь какие-то звуки. Я встал, ничего не понимаю. А этот, оказывается, тут... Боже, я опять к нему иду. Вот все ходы идут именно к этому долбанному Тейлзу. Да боже. На! Олень какой-то. Которого я не знаю. Так, вот тут вот они уже давно ушли. Соответственно, открываем. И видим тут этого чела. Чё-то не это. Ладно, будем экономить патроны. О, вот тут у меня нет патронов. Перезаряжаемся. И идем за кодом. Отлично. Так, код у нас вон там вот. Вот тут вот. Так, отлично. Отлично. Так, тут у нас еще двоих убили. Замочили. Код где-то тут был. Где? Так, я Грэнни слышу. Значит, она где-то рядом. Вот. 71938. 71938. Запоминайте, ребят. 71938. Так, отлично. 71938. Так. Отлично. Так, если это код не от этого, то тогда будет плохо. 71938. Отлично. Идем туда. Семь, один, девять, три, восемь. Я постоянно забываю, если я не повторяю. Да открывайся ты. 71938. Постоянно забываю, повторяю. Так, теперь вспомню, где это еще находится. Вот, нашел. Так, тут у нас еще собакин спавнится. Так. 7, 1, 9, 3, 8. Это не от этого. Стоп, я 8 напишу. Это не от этого. Это не от этого сейфа. Код. Тогда я понял, от чего это код. Если это код не от этого, значит, я знаю, от чего. Тогда мы оттуда ушли, не знаю зачем. Нам нужно было там оставаться. Ой. 71938. Отлично. Поднимаемся тогда. И опять нам нужно идти туда. Да, я испугался.
Давай. Отлично. Да боже, что ты тут делаешь? Что вы тут делаете? Откуда вы все повылезали? 7, 1, 9, 3, 8. Угу. Где-то вот тут. 7, 1, 9, 3, 8. Ага, отлично. Это вроде вот сюда вот. Да? Да, вот сюда вот. Тут? Нет, не вот тут. Так, отлично. Так, давай. Стоп, это же на время. 7, 1, 9, 3, 8. Да. Да, это от этого. А где это открывается-то, я не знаю. Дело-то в том, что я не знаю, где это открывается. Ребят, напишите в комментариях, кто знает, что где открывается, я без понятия. Реально, кто знает, напишите в комментах. Без понятия вообще. Что где открывается этим кодом, не знаю. Так что я, видимо, не смогу ничего... До свидания. Я, видимо, не смогу ничего сделать сегодня с этим кодом. Потому что я не знаю, что где открывается. Ладно, я думаю, вы это уже прекрасно поняли. Здравствуйте. Здравствуйте. Бабуся! Я тоже see you. I also see you. Так. Идем. Никого нет, все спокойненько. Все спокойненько. И тут вот так вот, бац. И тут зомбаки. Так. Пошли-ка в начальную... ладно. Стоп. Бедный пацан. Бедный пацан, нет! Блин, бедный пацан, я его закрыл. Его убили. Теперь он меня убьет. Так, отлично. О, пошли-ка вот сюда вот. Тут у нас тоже прикольное место. Вызываем диспетчера по лифту. Так, это у нас тут Пеннивайз, да? До свидания, Пеннивайз. Ну что, где ты? Давай быстрее, сейчас кто-нибудь придет. Так, окей, отлично. Он к Манику побежал. И уехала без него, это уже. Уже без него. Так, окей, лифт. Надеюсь, мы не застрянем. Поднимаемся. Все прекрасно, оружия много. Пополнение. Так, взяли. И мы идем вон туда, вот. Вот эта пушка мне больше всего нравится. Где ты, Джефф? Картофелеубийца. Так, давайте-ка, кстати, камеры посмотрим, пожалуй. Закроемся, чтобы нам никто так... Спокойненько, чтобы все было, чтобы нам никто... Хотел я камеры посмотреть, а он там подошел как раз-таки. Кварику! Хе-хе! Слендермен. Это, вы знаете то, что вы не уплатили налоги прошлым летом? Вы чё? Боже, зачем я открыл эту дверь? Все, отлично, закрываем. Нет, ну правда же не уплатил. Стоп, а где камеры? В смысле? А, вот все.
Опа, а Соник у нас тут сидит. На камере 2 спрятался за мониторами. Так, там эти два чела бегают. Тут еще один чел бегает какой-то. О, Слендер. Он пошел мстить за то, что только что его убил. Тут у нас Гренни. Это чел. Ага. Инопланетяне. Опа. Ха, только что он там был. Какой красивый момент. Опа. А тут у нас и этот самый. Опа, я слышу Слендера. Так, отлично. Открываем все проходы. Кто у нас тут? Опа, до свидания. Опа, до свидания. Я испугался, жесть. Открывайся, открывайся, открывайся. На. Жесть, испугался. О, пацаны. Что, закрыты вы были? Закрыты были, в прятки играли. Йоу, ты чё, чел? Так. Окей, вот тут тоже открываемся. Здравствуйте. До свидания. Инопланетянские изобретения приветствуют вас. Так, идем. Идем, идем, идем. Убьем еще одного монстрюгана, и я думаю, это видео можно будет завершать. Чё? В смысле ты не умер? Ну ладно, постреляем из этой пушки еще, ну ни разу не это. Все. Убили монстрюгана. Убили. Ладно, еще одного. Еще одного монстрюгана. Замочим и потом еще 5 монстрюганов. 5 замочим еще монстрюганов. Короче, ребят. Ладно, я думаю, уже настало время заканчивать это. Ну, безусловно, прекрасное видео. Ставьте обязательно все, безоговорочно все ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно не забывайте про мой телеграм-канал. Это очень важно, ребят. Реально обидно, никто не подписывается. Давайте хотя бы вы подпишитесь. Реально, чтобы было все справедливо. В общем, ребят, спасибо за просмотр. Спасибо за лайки, за все. За то, что вы мои подписчики. И всем, в принципе, пока. Увидимся в следующем видео. Всем удачи и всем пока. Ой, я не специально. Всем пока.